Большой праздник в честь большого юбилея. Островец отметил 555-летие. Один из самых известных белорусских городов в субботу собрал жителей и гостей вместе, чтобы с размахом отпраздновать день рождения. В центре событий была и наша съемочная группа. Как на день рождения не ходят с пустыми руками, так и жителям Островца сделали к юбилею несколько важных подарков. Пожалуй, самым долгожданным стало открытие поликлиники. После реконструкции заработал первый пусковой комплекс. Модернизация проходила по госинвестпрограмме развития города энергетиков. Для оказания полного спектра медуслуг в трех корпусах есть все необходимое. Квалифицированные специалисты, комфортабельные кабинеты и современное оборудование. Новации, начиная со входа. Оптимизировать время пациентам теперь помогают электронные технологии. Перемещаться по этажам и коридорам гораздо удобнее благодаря продуманной системе навигации и электронным стендам. А вместо живой очереди – электронная. Номер отображается на мониторе и объявляется голосовым сообщением. Записаться на анализы или к специалисту можно, именуя регистратуру. Через терминал специального инфокиоска нужно выбрать свободное время визита и взять талон. Позаботились в обновленном здании и о посетителях с ограниченными возможностями. Они оценят безбарьерную среду, где и тактильная плитка, и пандусы. В целом, амбулаторное обслуживание теперь станет быстрее и комфортнее для почти 30 тысяч человек. Болезнь легче предупредить, чем лечить. И роль поликлиники в этом очень большая. Считается, до 80% обращений начинается и заканчивается на уровне поликлиники. От поликлиники зависит качество оказания специализированной помощи, отбора пациентов, выявления патологии, а потом уже дальше операции. Если вовремя не выявить, соответственно, и результат будет другой. Поэтому амбулаторно-поликлиническое звено, поликлиника, это считается одним из важнейших направлений. Ему нужно, ему уделяется особое внимание. И, конечно же, новый комплекс медицинский, он и позволит, конечно же, увеличить доступность, качество оказания помощи, своевременное выявление патологии и направление их для специализированного лечения, что в целом благотворно скажется на здоровье нашего населения, на демографических показателях, уровне заболеваемости, уровне смертности, ну и, конечно, продолжительности жизни. Система информационной поликлиники взаимодействует со стационаром, и врач общей практики, направивший пациента на консультацию, он может отследить, дошел он до консультации, какие результаты консультации, какая необходима коррекция в лечении. Сейчас задача стоит в эту же систему подключить и все 15 ФАПов, которые есть в районе, для того, чтобы здравоохранение Островецкого района стало современной интегрированной системой, которая включает высокоспециализированную помощь на базе опорной клиники Островецкая больница, современную амбулаторную помощь на базе модернизированной районной поликлиники и первичное звено на базе современных, хорошо оснащенных и информационно тоже оснащенных ФАПов. Словом, налицо воплощение всех новаций, которые хотят видеть в здравоохранении. Полная модернизация поликлиники позволит увеличить количество врачебных приемов в 2 раза за смену. Медицинская помощь в Островце станет еще удобнее, доступнее и качественнее. Наша больница была только на 250 коек. Вот это были акушерско-педиатрические, где мы находимся, и административный корпус. То, что мы шагнули вперед и спроектировали и сумели начать строительство, и Владимир Вячеславович продолжил это строительство, это хороший подарок для жителей нашего района. Я с гордостью скажу, что ни в одном районе Гродненской области, я не знаю других регионов республики, но такой прекрасной больницы нету. И по оснащенности оборудованием, и по оснащенности кадрами. Вот. И то, что сегодня мы открыли, это сказка. Это неузнаваемо то, что было. Хотя по тем временам это было тоже очень хорошо. И приезжали, и учились на базе Островецкого района главные врачи. Но то, что сделали сегодня, это действительно сказка. С наступающим юбилеем, смотрите, в этой площадке новых побед, новых свершений и всего самого доброго. Теперь в Островце еще больше стало и спорта. В райцентре появилась новая многофункциональная силовая площадка.
Уникальная в своем роде. Это подарок от президентского спортивного клуба. Под открытым небом тренажеры для воркаута, кроссфита и бокса, секция баскетбол. Заниматься могут даже люди с ограниченными возможностями. Словом, спорт для всех. В рамках реализации одноименного масштабного проекта президентского спортклуба такими объектами могут уже похвастаться полсотни разных городов страны. Теперь силовая площадка есть и в Атомграде. Смонтировали оборудование и обустроили территорию буквально за пару дней до юбилея города. В день открытия организовали большой праздник для взрослых и детей. Теперь главное, чтобы так многолюдно здесь было каждый день. Такие площадки нужны в максимальном количестве регионов. Это место, где дети могут в максимально безопасных условиях заниматься физической культурой, общаться. Ну, детям же нужно где-то сбрасывать свою энергию. И наша задача обеспечить, чтобы они это делали с пользой для здоровья и в максимально безопасных условиях. И вот такие площадки у нас сейчас появляются во всех районах, и я уверен, что не одна. И мы, главное, видим, что есть интерес. Ее уже не успели открыть. Здесь уже было много жителей Островца, которые пришли посмотреть, попробовать эти тренажеры. Ну и в преддверии праздника замечательному городу, замечательная дата, принято дарить подарки. Это вот один из этих подарков для жителей. И мы и дальше продолжим совершенствовать инфраструктуру наших районных центров, агроградков, для того, чтобы стандарты качества жизни для наших граждан постоянно повышались. Я очень рад, что за последние 2-3 года уже сформировалась мода на здоровый образ жизни, уже сформировалась мода на отдых, именно на такой вот активный отдых среди нашего населения, среди горожан всех районных центров города Гродно. Ну а что хочется сказать Островцу? Островец — это динамично развивающийся регион. Я думаю, еще через пару лет мы вообще не узнаем, ну еще там 2-3 каких-нибудь объекта прирастет. Хотя на сегодняшний день вы уже в Островце сейчас эта инфраструктура могут позавидовать многие областные центры, потому что такого концентрации серьезных комплексов спортивных, наверное, нету ни в одном районном центре. Поэтому мы ждем через 3-4-5 лет уже прирост юных спортсменов, которые уже будут у нас обучаться в училищах Олимпийского резерва, которые уже попадут в юношеские, юниорские составы национальной сборной Беларуси, ну и, конечно, будут отстаивать честь Республики Беларусь уже на мировых европейских форумах. Островец к своему юбилею в целом заметно похорошел. От внешнего облика домов и отремонтированных дорог до благоустройства и озеленения городских улиц. Новые клумбы, лавочки, арт-объекты. Город, в котором хочется жить, был таким не всегда. В конце 15 века это небольшое поселение с регистрацией в виде записи в костельной книге. 65 лет назад городской поселок. Островец пережил две мировые войны и польскую оккупацию. Великая Отечественная — отдельная страница непростой истории. День второго рождения Островца — июль 44-го. Фашистов выбили партизаны. А потому День города начался с благодарности тем, кто пал во имя освобождения будущей энергетической столицы Беларуси. Оно и понятно. Сегодня самый молодой и быстро растущий город отмечает юбилей под мирным небом. Но шли к этому через испытания и лишения. И островчане помнят. К вечному огню мемориала в честь советских воинов и партизан легли цветы. В память о павших за свободу и независимость в годы войны — минута молчания. Именно митинг у памятника открывает череду праздничных мероприятий. Дальше праздник переместился к основной площадке гуляний. Центр старого города как магнит. Сотни людей на маршруте собрало шествие трудовых коллективов. Белорусская АЭС, ЖКХ, Лескос, больница, учреждения культуры, образования и спорта. Колонна растянулась на несколько километров. В руках флаги и отличительные реквизиты. Закончился парад на громкой ноте.
Площадь у Ленина – эпицентр праздника. На главной сцене дали официальный старт празднованию Дня города. С поздравительными речами выступили руководство района и почетные гости. Важный момент праздника – награждение заслуженных жителей атомного региона. Аграрии, врачи, педагоги, атомщики. В числе отличившихся и новый почетный гражданин Островца Михаил Филимонов. Высокую награду гендиректору АЭС символично вручили в День города. Заслуженно. Слова благодарности буквально от всего района. Атомная энергетика, конечно, локомотив, но на общий успех работают все сферы и отрасли. Результат кропотливого труда на республиканской доске почета. Островецкий район в очередной раз занял там свое достойное место. К слову, сработали на все пятерки. Символично. Мне очень понравилась оценка заместителя министра энергетики Михаила Ивановича Миходюка. И вот, наверное, это никакая не магия, это действительно где-то оценка нашей работы. 3 пятерки. Оценка работы, я имею в виду всех жителей Островеччины. Тут сложно что-то выделить. Атомная энергетика, атомная станция, несомненно, явилась драйвером развития всех других отраслей. Поэтому, да, наверное, где-то можно было бы во главу угла поставить атомную энергетику. В этом плане островчанам можно только позавидовать. Им есть чем гордиться. Белорусская АЭС – стратегический объект страны и тот самый счастливый билет, который достался именно Островцу. Городской статус бывший поселок, о котором говорили свету конец, получил практически с началом возведения атомной станции. Вот что значит эффект атома. Появилась атомная электростанция. В области и в республике начали обновляться линии электропередач. Каждый сегодня видит новые провода, новые вышки. Каждый гражданин решил и посчитал, что сегодня обогревать свое жилище выгоднее электричеством. А для того, чтобы четко и грамотно и рационально использовать электричество, появляются умные гаджеты и так далее. И смотрите, тут же появляется в Гродненской области предприятие, которое начали изготавливать инновационные обогревающие элементы. Появились элементы умного дома. Следом за атомной электростанцией в Островце в Гродно появился онкодиспансер с современным оборудованием, где будут использоваться радиоактивные вещества для лечения, для диагностики. То есть дальше движется наука, и медицинский университет уже завязан. И таким образом появление атомной электростанции в Островце действительно стало драйвером развития всей области в целом, экономики, науки, общества. Сегодня уже 2 энергоблоками, первый сдан в эксплуатацию, вы знаете, в 2021 году, а второй блок сегодня находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Значит, выработано более 18 миллиардов киловатт-часов, что позволило заместить около 5 миллионов миллиардов кубов природного газа. То есть имеется значительный экономический эффект. Но кроме экономического эффекта, вот еще такой эффект такой социальный. Сегодня, благодаря белорусской атомной станции, Островец, наверное, знают в любой стране мира. Всему миру стоит и знать, наш атом мирный. Для строительства БелАЭС был выбран российский проект новейшего поколения. Он соответствует самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. Построить такую станцию может только Росатом. Росатом у вас в стране, у вас в стране впервые за рубежом, считай, построил первую современную АЭС нового поколения, которую еще никто в мире не построил. Американцы уже несколько лет хотят это сделать, но у них не получается. То есть они все никак не могут этот блок ввести в работу. А мы эти блоки уже в России эксплуатируем, уже, образно говоря, 5 лет, 5-6 лет. И вот сейчас эти блоки есть у вас. Это супер безопасный блок. Супер безопасный блок. И жители района Островца могут жить и работать здесь, и отдыхать совершенно спокойно. Совершенно спокойно. Я думаю, что эксплуатация сделает все, чтобы эти блоки работали стабильно, вырабатывали электроэнергию. Вот, и били рекорды по выработке электроэнергии. И это, я считаю, самый
главный важный подарок Республике Беларусь. Что касается второго энергоблока, его должны запустить к концу года. Это позволит обеспечивать страну электричеством на 40%. Все плюсы атомной энергетики Беларуси еще предстоит увидеть. Что мирный атом уже сделал, и это невозможно не заметить, преобразил Островец. Расширил границы, инфраструктуру, поднял уровень жизни. Сегодня население самого молодого города страны почти 15 тысяч человек. И каждый может с гордостью сказать, что живет в единственном белорусском городе атомщиков, которому сегодня 555. Поздравить райцентр и его жителей с юбилеем приехало много и зарубежных гостей. На празднике дипломаты и представители городов-побратимов. Друзья Атомграда от России до Венгрии. К слову, гостеприимство – визитка Островца. Это в очередной раз оценили и соседи-литовцы, которые за попытку наладить добрососедские отношения с белорусами уже давно стали врагами и изгоями в своей стране. В рамках форума добрососедства мы приехали сегодня к вам, красивый город Островец, и на ваш праздник города 555-летия вашего города. Ну, очень красивый городок. Я удивился, честно, что я думал, что он намного больше по населению. А здесь 15 тысяч жителей, и на 15 тысяч жителей я сегодня увидел, как маршировали колонны, и там всякие агрофермы, и всякие предприятия крупные, тракторы там. И я удивился, что на такой маленький городок очень много всего у вас есть. Так что у вас очень красиво, все у вас здесь очень... Праздник очень хороший, очень интересно, все мне здесь очень нравится. На данный момент наши, скажем так вежливо, неумные власти сейчас не хотят дружить. Сейчас такой какой-то сложный период у них. Ну, не у них, конечно, они вассалы. Вот. Но мы с форумом добрососедства работаем на будущее. Мы учредили, мы все равно, находясь здесь, ездим к вам, всем говорим, что мы хотим дружить. И много людей, кстати, на нас в Литве, Латвии, Эстонии нас поддерживают, так как мы постоянно держим связь с этими людьми. Так что, я думаю, в будущем все вернется на круги своя, будем жить как дружно, мирно, как хорошие соседи. Надежда умирает последней и для популярного латышского блогера Романа Самуля. Чтобы в родной стране не посадили за правду, попросил политического убежища в Беларуси. Теперь автор YouTube-канала с аудиторией подписчиков почти в 13 тысяч человек вещает без прикрас, как есть, о жизни белорусов. Скоро в новом ролике сюжет и об Островце. Город энергетиков вызвал небывалый восторг у иностранного гостя. Поразило меня вообще, конечно, что в городе очень много всего нового отстроенного. Это по сути как бы сам по себе новый город, хотя и 555 лет, да, сегодня празднуем. Хочу сказать то, что второй раз здесь, пребывая на празднике, я, конечно, немножко в шоке от того, что по численности населения, сколько здесь, насколько масштабно сделано все, да, то есть организовано, сколько народа здесь присутствует. И, конечно же, больше всего меня удивляет это пары семейные, это дети, то, что у нас в Европе, к сожалению, уже редко можно встретить, потому что очень многие боятся просто рожать. Ну, будущее очень такое туманное. А здесь, если посмотреть так в Республике Беларусь, люди уверены в завтрашнем дне, и это не может не радовать. Да, я вот хожу тоже вот так среди людей, они улыбаются, здороваются с тобой. Меня уже тут тоже некоторые люди узнали, как бы, да, и говорят спасибо за то, что ты делаешь. Я говорю, за что мне спасибо? За то, что я правду говорю. Ну, то есть я не рекламирую специально там Республику Беларусь, я реально просто рассказываю те вещи, которые я вижу своими глазами. Вот, я также сам с Эдикасом Егелевичусом, да, который из форума добрососедства, как бы мы вместе стараемся какой-то контент все время показать, вот как живет просто простой жизнью. Вы, белорусы, умеете жить, вы не спешите, вы знаете, что у вас все хорошо. Мне бы хотелось бы, чтобы наши граждане Прибалтики заинтересовались и спросили, почему наши соотечественники, те же самые, которые переехали в Республику Беларусь, они живут лучше, чем могли бы жить, по идее, в своей стране. Но мы же видим политическую ситуацию вокруг всего вот этого мракобесия, которое происходит в Европе. Я могу точно сказать, что там, к сожалению, какая-то политика на убой, да, то есть на какое-то самоуничтожение. Если здесь политика, самое главное, традиционные ценности, это, соответственно, чтить память, самое важное, да, это, то есть, ну, времен Второй мировой. У вас, посмотрите, у вас везде мемориалы, у вас везде памятники, у вас люди в зимою, в плохую погоду. Я сам был свидетелем того,
детей там младших классов выводили и рассказывали про историю Республики Беларусь возле мемориала, понимаете? У нас этого давным-давно уже не делается, у нас переписывается все. И поэтому я тоже, я очень часто обращаюсь к гражданам Республики Беларусь, умейте ценить то, что вы имеете. И надеюсь, у вас не будет такого, что у нас происходит. Пока Запад медленно сходит с ума, белорусы наслаждаются мирной и спокойной жизнью, хранят и приумножают все лучшее, что есть в стране. Островец – наглядный пример этой созидательной политики государства. Сегодня же атмосфера особенно прекрасная. 555 лет как-никак. Пожалуй, такого масштаба Островец еще не видел. Сотни людей собрались на городских улицах, чтобы поздравить любимый город с юбилеем, отметить праздник ярко и красиво. Площадка у Ленина сегодня основная магистраль народных гуляний. Ленинская, Карла Маркса, Володарского, Октябрьская. Часть этих улиц только пешеходная. На целый день. Гостей же с утра, что и яблоку негде упасть. Съехались и торговцы, и ремесленники, и артисты, и аниматоры. Торговые ряды растянулись на несколько километров. Хватает и зрелища, и хлеба. Фудкорты словно сеть ресторанов и кафе под открытым небом. Шашлыки, кебабы, фри, попкорн на празднике радуют разнообразием угощений даже самого искушенного гурмана. Не меньше возможностей и растратить энергию, особенно детям. Вот уж для кого этот праздник во всех смыслах головокружительный. Практически на каждом шагу игровые площадки, горки, батуты, карусели, квесты, розыгрыши призов и множество других активностей. Одна из главных локаций для юных гостей – сцена у киноконцертного зала. Здесь вам и колор-шоу, и пенная вечеринка. День рождения города – еще и повод поговорить о достижениях. Улицу украсили подворья ведущих предприятий и организаций района. Можно не только послушать и потрогать, но и полакомиться выставочной продукцией. Смотр, презентация – отдельная часть программы. Почти час понадобился двум делегациям, чтобы обойти торговые ряды. Каждый по-своему удивлял гостей. Измерить давление, выпить желудевого кофе, сыграть на гитаре. Дальше всех пошла «Островецкая правда». На большой юбилей газета при поддержке райисполкома и совета депутатов подарила району книгу «Островечина. Известная и неизвестная». Сегодня театральная мини-презентация. В главной роли некогда владелец Островца Барбара Радзивилл. Я Барбара Радзивилл, королева. А ты кто такие? На мероприятии те, кто готов защищать древний и юный Островец. Буквально через дорогу развернулась выставка образцов военной и техники РЧС. Порулить в пожарной машине или одеть на время боевку, почувствовать мощь бронемашины или сфотографироваться с гранатометом. Эта локация традиционно пользуется популярностью у детей и взрослых. 330 килограмм. Не меньше оружия впечатляют и мускулы этих силачей. В честь юбилея города в Островце прошел турнир по силовому экстриму и вызвал настоящий ажиотаж. Неудивительно, соревнования силачей – это зрелище еще то. Испытание преодолеть пришлось очень серьезное, от становой тяги до буксировки автомобилей. Неподготовленным такое не по зубам, что называется. Для этих же парней дисциплины практически обычная тренировка. С одним «но» – открытая. Праздник ведь. Силачи показали настоящий железный характер в этой бескомпромиссной схватке. Все призеры и участники получили ценные подарки от физкультурно-спортивного клуба. Бесспорным победителем «Осилка-2023», разве могут быть сомнения, стал один из сильнейших людей планеты. Многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, обладатель 10 мировых рекордов, гродненец Александр Кодис. Я выступаю именно первый раз в этом виде спорта. Энергетика зрителей, участников и что-то новое мне очень понравилось, если честно. Спасибо большое этому замечательному городу и жителям этого города. Хочется пожелать оставаться такими дружелюбными, улыбчивыми и добрыми людьми, потому что я тут спрашивал, как пройти и так далее. Мне очень понравились ответы, как чуть ли не за руку проводили до места проведения. Ну, а второе, по спортивному, да, то есть не забывать про спортивные площадки, можно там тренироваться в спортзале, держаться в хорошей физической форме, в первую очередь для здоровья. Еще одно ожидаемое спортивное событие прошло на городском стадионе. Футбольный клуб «Островец» в рамках очередного тура чемпионата первой лиги дома принимал витебский «Макслайн». Победа над принципиальным соперником стала бы прекрасным подарком городу в честь дня рождения. Но, к сожалению, на пятерку сыграли гости. Подопечные Юрия Пунтуса были сильнее в этой игре, по итогу забив 5 голов. Зелено-белые ответили лишь 2 мячами. Впрочем, если не придираться к результату, матч получился очень насыщенным и, самое главное, богатым на голы. А на это всегда интересно.
интересно смотреть. Выводы же, верит рулевой островчан, будут сделаны и победы придут. Хотели немножко порадовать зрителей в такой праздник, преподнести победу. Наверное, может, в первом тайме это и сказалось, каких-то эмоций. Так, было скованность движений, были волнительные какие-то потери мяча неоправданные, да. И соперник умело нас наказал. Потом пытались вернуться в игру, немножко оголили наши тулы уже, да, побежали вперед. Был шансик вернуться, но... Так закончилась игра, как бы. Но есть претензии к ребятам чисто по первому тайму, наверное, за эту вот боязнь какую-то играть. Но я думаю, что это ответственность, хотели порадовать зрителей, которых там, да, сегодня там праздник большой. Город вроде молодой, да, так молодой, красивый, да. Ну и а столько ему уже лет, даже не верится. Поэтому ничего, все победы впереди. Будем радовать наших болельщиков. Спортивные, творческие, развлекательные локации. На празднике должно быть интересно всем, и об этом позаботились сполна. Большой вклад в День города внес информационный центр по атомной энергии при поддержке госкорпорации «Росатом». Это один из организаторов праздничных мероприятий в Островце, начиная с его 550-летия. Стоит отдать должное россиянам, и в этот раз удивили. В праздничном репертуаре почти полусотни событий. Основные активности прошли в городском сквере. В режиме нон-стоп работали различные интерактивные локации, инженерные мастер-классы и практикумы, физические шоу и эксперименты, интеллектуальные игры и соревнования. Любой желающий мог испытать себя в решении более 15 инженерных головоломок, придуманных в разных странах мира, проектировании и конструкции башен различных типов или сооружений гигантской конструкции для запуска цепной реакции. Чтобы даже самые маленькие могли понять, на что способен атом, в деле инженеры и ученые из любимого мультфильма. Юные гости смотрели шоу «Новая тайна» от просветительского проекта «Фиксики», искали формулу празднования Дня атомного города, разгадывая научные ребусы, головоломки и загадки, участвовали в энергичных флешмобах. Всех желающих на высоту атомного города поднимал безопасный подъемник для того, чтобы сделать на память креативное 360-градусное фото. Но и эта праздничная высота далеко не предел планки. Впереди большая музыкальная и развлекательная программа. Это даже не концерт, а настоящее шоу. Хедлайнеры – самые громкие голоса белорусской эстрады и зарубежные звезды. Днем изюминкой на сцене стала группа «Аура». Песня, известная каждому патриоту. Именно «Ауре» принадлежит знаменитый хит «Любимую не отдают». Песню написал Евгений Олейник. Звездный продюсер, композитор и музыкант вместе с обворожительной певицей и поэтессой Юлией Быковой и создал популярную группу «Аура». По итогу «Песни года Беларуси» коллектив признан лучшей группой 2022 года. Без их номеров не проходит ни один масштабный концерт. Артисты удивляют и не только музыкой. В ход идут яркая хореография и оригинальные образы, лазерное шоу и декорации, часто выступления сопровождается балетом. От души зажгла «Аура» и в Островце. Слушайте, ну впечатления шикарно, колоссальные. Первое, что нас поразило, вот вы, может, не обращайте на это внимание, но у вас на табло температура, дата, время, еще рядышком, как это называется? Радиационный фон. Это так, такой местный колорит, понимаете, понимаешь, что приехал в атомную столицу никуда, Беларуси. Да, никуда-нибудь. Вот, очень здорово. Вот, атмосфера классная. Мы вчера ночью погуляли по городу. Мы, конечно, были удивлены, что вот в Минске там кичится, там район Новая Боровая, Новая Боровая. У вас полгорода, как Новая Боровая, Минск. То есть, очень крутой город. Впечатляет, что все есть, во-первых. Все классно, все новенькое, все с любовью, все красиво. И, на самом деле, путешественникам есть где остановиться. И если здесь будут проходить какие-то большие очень мероприятия, фестивали музыкальные и все такое, то я думаю, что Островец просто будет греметь. Я от души всего этого это желаю. Спойлер того, что мы задумали. С днем рождения, Островец! 555! Концерт по случаю Дня города – это настоящий микс из песен 90-х и современных хитов. Музыка объединила людей разных возрастов, стилей и даже поколений. Так, популярные треки из прошлого на свой лад исполнил кавер-бенд Times Square. Невероятными голосами, аранжировками и подачей любимых песен поразил и оркестр Classic Energy.
хедлайнером же вечерней программы, да и судя по популярности всего праздника, стала российская группа «Добро». Прежде чем выйти на сцену, братья Засветкевичи пообщались с прессой. Вот вы сегодня целый день, так понимаю, провели в Островце. Что успели посмотреть, что вам понравилось? Нас сразу порадовала чистота. Да. Все так аккуратно, уютно. Видно, что люди ценят и любят свой родной город, свои родные места, и относятся с уважением к тому месту, где живут и трудятся. А вот у нас, получается, Островец – город атомщиков, а вот вы, если не секрет, кем мечтали стать в детстве? Может быть, думали об этом тоже? Ну, в детстве сразу было понятно, что жизнь свяжется с музыкой, потому что с самого детства писали песни, аранжировки на папином синтезаторе, родители нам помогали, подсказывали. Выступали с самого детства, и наше, я помню, время там после школы проходило в папином кабинете, который преподавал вокал среди инструментов, и за инструментами мы свое время проводили. Поэтому мне кажется, что так должно было случиться, как случилось, что мы занимаемся музыкой. Ребятам, которые хотят пойти по вашим стопам, писать музыку, создавать, вот какими технологичными фишками советуете обзавестись все-таки? Я не думаю, что есть что-то необычное. Все основа. Важная идея. Даже если у человека самый обычный компьютер, он может записать на самый простой микрофон, как мы делали в самом начале. Потому что идея все решает. Если красивая мелодия, цепляющий текст, это однозначно вызовет эмоции у слушателя. И неважно, как это выполнено, технологично, там, соблюдая все стандарты, если это будет трогать, это будет пользоваться спросом. Мы, группа «Добро», поздравляем всех жителей города Островец. Мы очень рады находиться сегодня здесь и очень рады, что споем сегодня для вас. Пускай юность в ваших сердцах и искра в глазах будет как можно дольше, несмотря на время. Берегите также свой город, и пускай он остается таким же уютным, красивым, как и сейчас, и только расширяется и развивается. Будем рады снова приехать к вам. Поздравляем. В часах 00, я старше на год, и пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах 00. На часах 9:30, а значит, время «Добро». Кумиры молодежи подарили Островцу яркий часовой концерт из своих лучших треков. Группа уже покорила самые разные чарты и радиостанции, получив теле- и радиопремии. Однозначно «Добро» сумело покорить и островецкого зрителя. Безусловным хитом стала песня «Юность». Спеть вместе со звездными артистами главный хит лета «Что может быть лучше?». А какие природные красоты окружают меня! Живописные аллеи, пруды, парки, луга и леса. Здесь я живу. Финальным же аккордом дня рождения Островца стало пиротехническое шоу на острове Любви. Десятки залпов украсили ночное небо города. С днем рождения, Островец! Можно сказать точно, праздник удался и останется теплыми воспоминаниями в памяти островчан и гостей города атомщиков. Настоящий праздник активного образа жизни и еще одна возможность признаться Островцу в любви. В воскресенье День города продолжился легкоатлетическим забегом. На пробежку вышла и наша съемочная группа. 5, 4, 3, 2, go! Чтобы поздравить город еще и на десятку, атомную. Старт одноименного, уже ставшего традиционным забега, дали в 9 утра от спорткомплекса «Импульс». Это одно из самых массовых спортивных мероприятий в Островце. Чтобы провести его, пришлось на время перекрыть центральные улицы и ограничить движение транспорта. Соревнования прошли в разных возрастных категориях и собрали 200 участников со всей страны. Бежали как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый выбрал для себя комфортную дистанцию – 1, 2, 5 или 10 километров. У всех была возможность не только получить заряд энергии, но и посмотреть, насколько прекрасен наш город.
Бегаю примерно с 2017 года. За плечами своими имею уже 14 марафонов. Ну, достаточно занимаюсь любительским образом, свободное от работы время. В Островец всегда приезжаю уже второй раз подряд. Здесь проводятся соревнования. Достаточно интересная такая трасса, хорошая рабочая такая трасса. Таких участков, чтобы отдохнуть, совсем нету. Но и тем не менее, всегда приятно приезжать на Гронинскую землю. Она у нас в республике, можно сказать, передовая по организации таких праздников и стартов. И прежде всего хочу поздравить жителей Островца вот, с праздником, прежде всего с днем, я так понимаю, города. Вот, пожелать им здоровья, счастья, всем ЗОЖ, ребята. Вот, проводите активное время, любите прежде всего окружающих и себя. Высокий уровень соревнований отметил и Олег Андреевич. На атомную десятку замминистра спорта и туризма приехал всей семьей, чтобы поддержать полезную инициативу, получить заряд энергии и приобщиться с островчанами к их большому празднику. Сегодня в Островце замечательное мероприятие, прекрасный праздник. Не только юбилей города Островца, но и праздник для бегунов, для почитателей здорового образа жизни. И мы видим, что пробег, который проводится уже традиционно на Островечине, он становится все более и более популярным. И, наверное, любой бегун, неважно, профессионал или любитель, мечтает пробежать в Островце. Здесь прекрасная организация этого старта. И несмотря на то, что у нас в стране сейчас проводится много ивентов беговых, люди сюда приезжают, и это важно. Это значит, что данное мероприятие притягивает своей душевностью, своим уровнем организации, и единомышленники, любители, почитатели здорового образа жизни собираются здесь в Островце. Преимущество то, что помимо высокого уровня организации соревнования проводятся по центральным улицам районного центра. Сегодня немного таких пробегов, когда специально для бегунов закрыт город, и все жители Островца, гости могут поддержать наших любителей бега, участников. Это прекрасно. Я вижу, что потенциал этого старта таков, что сюда могут приезжать тысячи и тысячи любителей спорта. Над этим мы вместе будем работать, и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь готово подставить плечо. Я думаю, что на следующий год мы еще лучше проведем это мероприятие, еще больше получим удовольствия. Мне есть чем сравнивать. Я уже за сотню преодолел таких пробегов. И скажу, что эта трасса и на результат, и в то же время мы бежим и видим красоту Островца. Это важно. Это такое беговое хорошее путешествие, беговой прекрасный туризм. На дистанции и Геннадий Бычко. Причем на самой длинной 10 километров в знойную жару, то еще испытание. Впрочем, со спортом зампредседателя райисполкома давно на «ты». И несмотря на насыщенное накануне официальное мероприятие, пропустить легкоатлетический забег куратор соцсферы района не мог себе позволить. За компанию взял и спортсмена сына. Стараюсь на неделю, иногда до 5 раз, но дистанция минимум 4 километра у меня, когда бегаю. От 4 до 12, ну, разок было как-то пару недель назад, 15. Нормально. Просто это уже стиль жизни, честно скажу. Классно. Тем более, что я не одинок, у меня младший сын спортсмен, разрядник, боксер, но плюс немножко бодибилдер и, скажем так, и бег. Поэтому есть на кого равняться. Ну, так, как-то у него сегодня немножко не пошло. Травма недавно, то вот чуть-чуть еще там где-то догоняет. Но пока мы живы, надо, чтобы дети нас догоняли. За любое спортивное движение и спецбатальон, охраняющий атомную станцию. Заявки на подобное мероприятие минимум взвод. В авангарде всегда и командир, вперед за мужем и жена. Поддержали, так скажем, семейным подрядом. Она меня, я ее, у нас все получилось, хорошо пробежали. Цель поставленная, достигнута, все отлично. Погода, как я говорю, благоволит. Вчерашний праздничный шашлык уже где-то, наверное, на первом километре вышел. Поэтому мимо, когда пробегали по мосту, хотелось прямо оттуда вниз нырнуть, освежиться.
тем не менее, молодцы, жители выходили, поддерживали, водичку подносили, поэтому все отлично, организация, как всегда, на высшем. Призеры получили ценные призы и подарки. А сильная медаль с уникальным дизайном, которая досталась каждому участнику, как показатель того, что в таком забеге не победа главная. Выйти в жару на дистанцию уже победить. А еще такие мероприятия объединяют и заряжают энергией. Атомная десятка в нашем городе уже однозначно традиция. Следующий уровень – сделать из нее как минимум полумарафон. Ну, мне кажется, что уровень организации, конечно, позволяет, то есть, может, как бы, даже, в принципе, ну, просто больше, наверное, кругов намотать. Но, в принципе, по шоссе, в общем-то, довольно-таки хороший город, ровная трасса равнинная сравнительно. Вообще, хорошая организация, надо сказать. Сделали вот выводы из прошлого года, трасса перекрыта отлично, отличная вообще атмосфера соревновательная, вот. Но в то же время, как бы, лично для меня это как этап подготовки, потому что сейчас готовлюсь к Минскому полумарафону, то есть вот, как скажем, как говорят спортсмены, в загрузе сижу, то есть, но тем не менее было приятно здесь победить, приятно пробежаться. Так насыщенно, шумно и ярко закончилась эта неделя. Ее итоги и героев максимально объективно, компетентно и интересно постарался показать твой Островец. То, что еще произойдет, обсудим вместе в новом выпуске программы. До встречи на этом же канале в это же время. Всего доброго и удачи!